Театральное искусство, живопись, графика, ювелирный дизайн. Под таким названием выпустили новый альбом главного художника Саха Академического театра Лены Гоголевой. В богато иллюстрированном издании представлены наиболее ценные материалы, связанные с жизнью и творчеством сценографа, художника и дизайнера. Лена Гоголева вот уже более 20 лет работает в Саха театре имени Платона Аюнского. Альбом приурочен также к 110-летию театра. Он трехчастный. Он состоит, первая часть посвящен театру, сценографии театральной. Вторая часть – это станковая живопись и графика. И третья часть – это ювелирный дизайн. Это последнее мое увеличение за последние годы. Я думаю, что да, альбом получился достаточно нарядный, красивый. Благодаря дизайнеру Алексею Егорову, одному из самых замечательных дизайнеров Якутии. И благодаря, в первую очередь, моему педагогу, профессору Зинаиде Ивановне Унаровой Ивановой, которая написала замечательные тексты, которая досконально, прекрасно знает мое творчество. Большая ей благодарность.